Максим, очень простой вопрос. Где купить бриллианты? Лучше всего купить у брокера биржи. Я сначала буду отвечать, а потом объяснять. Почему? 98% людей, которые покупают бриллианты, даже если делают это не первый раз, не очень хорошо в них разбираются. А прежде чем покупать бриллиант, нужно четко понять, за что же ты будешь платить. Лет 70 назад были фрукты или их не было на базаре. Теперь появились гидропонные фрукты. Так и с бриллиантами. Если раньше были имитации, подделки и натуральные бриллианты, то теперь появились еще синтетические. Я ни в коем случае не говорю, что их нельзя покупать. Но их нужно покупать, зная, что ты покупаешь. Они должны стоить дешевле. Точно так же, как теперь появились очень хорошие имитации бриллиантов. И для того, чтобы разобраться, что ты покупаешь, нужно воспользоваться советом. Лучше всего гемолога. Это может быть гемолог, который находится рядом с вами, либо гемолог в виде сертификата. Существует три лаборатории. HRD антверпенская, естественно, ее называю первую, потому что учился там ЖИА и ИЖИ. Вот эти три лаборатории дают надежный сертификат. Если у вас есть сертификат этой лаборатории и камень запечатан в блистере, то вы можете быть уверены, что это тот камень, за который вы будете платить. Все хорошо, можно платить. Только потом обсуждать цвет, чистота, качество огранки, размер, флюоресценция. Не к месту упоминать таблицу Рапопорта, сначала выяснить, где покупать. Поэтому нужно покупать лучше всего либо в Антверпене, либо в Израиле. Потому что там много бриллиантов. 80% всех бриллиантов мира проходит через Антверпен. Там находятся биржи. Соответственно, там много бриллиантов. Там много гемологов. Там много брокеров биржи. Можно ли купить в магазине? Да. Но на самом деле цена бриллианта зависит еще от количества посредников. Пока бриллиант дойдет до магазина, посредников будет больше. Можно ли покупать в интернет-магазине? В хороших, да. Ну, например, De Beers. Это явно хороший интернет-магазин. Почему он хороший? Потому что они готовы вам продать либо реальный бриллиант, выдать его, когда вы придете в магазин, либо послать. Конечно, если вы покупаете у Cartier, у Graff, это тоже будут очень хорошие бриллианты, но они дороже. А если вы покупаете в интернет-магазинах, которые допускают только посылку, есть некоторый риск. Антверпенские юристы рассматривали эти документы. Иногда у таких фирм не все в порядке с договором. И доказать свою правоту, если вы получили не совсем то, что рассчитывали, будет сложно. Можно купить в обычном специализированном магазине? Да, можно. Но если там только бирка, а нет сертификата, и если бриллиант уже поставлен в оправу, совсем не факт, что вы получаете то, что, за что вы платите. Брокер биржи лучше всего.